Всем привет, друзья! Это озвучка 221 главы манги One Punch Man, где нас ждут разборки Тацумаки и Фубуки, за которые пошел наш лысый плащ. Ну а прежде чем мы начнем, хочу поблагодарить этих ребят, которые недавно мне задонатили. Баттлборг, Роман Виговский, Вовка, Дима Кедров, Андрей, Степан, Кан, кто-то, Доктор Баг, Никто, Ярослав, Zero Down, Давид, Зомбинг, Уфка, Картошка, Джокер, Данил, Смайлик, Сентульский аниматор, Павел, Ангел Тьмы, Алексей Седых, Бекхан и Дмитрий Кондрин. Спасибо вам огромное, друзья. Так вот, я пропал на 2 недели, потому что мне пришлось найти работу, так как мне нужны деньги для существования. Поэтому я и нуждаюсь в вашей поддержке в виде донатов. Друзья, вы очень сильно меня мотивируете. И выход видео напрямую зависит от вас, потому что если вы будете меня поддерживать донатами, мне не придется выходить на работу. Соответственно, видео будут выходить почти каждый день. Прошу понять меня правильно. Я никого не вынуждаю это делать. Если ты можешь поддержать меня, я прошу поддержать. И я это очень ценю. Спасибо всем вам за поддержку. Я знаю, что среди вас есть люди, которые действительно любят смотреть мои видео и поддерживают меня как могут. Этот канал существует только благодаря вам, друзья. Ссылка на донат, а также на мой Boosty будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Ну а сейчас давайте перейдем к озвучке 221 главы. Всем приятного просмотра и приятного аппетита! One Punch Man, 221 глава, эпицентр. Президент Фубуки, наш клуб продолжает расти. Как я и думала, демонстрация экстрасенсорных сил гораздо эффективнее слов. Такими темпами общество сверхъестественных исследований захватит контроль над миром из-за кулисья. Радикальная группировка экстрасенсов под названием «Невидимая рука» из соседнего города, кажется, пытается бросить нам вызов. Они называют нас просто заигравшейся школотой. Невидимая рука предложила присоединиться к нам в качестве филиала. Мы не ошиблись, позволив им существовать. Наше влияние снова возросло. Кстати, я недавно снова стала сильнее. Хотя мне еще далеко до тебя, президент Фубуки. Я пока могу только поднять человека своим телекинезом. Ты же можешь поднять целый грузовик. Поиск новой способности. Третий глаз, что видит будущее. Если у меня получится овладеть ей, я смогу предвидеть будущее, прямо как великая прорицательница Шибабава. И тогда мы быстро вырастем в огромную организацию, которая сможет противостоять даже заклятому врагу президента, ее старшей сестре. Голова просто разрывается. Как больно! Это будущее! В этом нет смысла! Точно! Мировое господство совершенно бессмысленно! Человечество только и делает, что жрет, срет, спаривается и размножается! Они не знают баланса! Они как саранча, пожирающая все вокруг! Стоять на вершине человеческой расы не повод для гордости! Нам придется начать все с нуля! Мы должны уничтожить их! У нас нет выбора, кроме как уничтожить их всех. Это наш долг. Настало время для нас, избранных теми, кто проведет зачистку человечества. Это и есть вся цель общества сверхъестественных исследований. Ты согласна, президент Фубуки? Как ты не понимаешь, президент? Однажды ты пожалеешь об этом. Скажи мне, что ты увидела в будущем? Ты никогда не была жестокой девчонкой. Так что же изменилось? Стало ли причиной твоей одержимости что-то, что нам еще предстоит узнать, когда будущее наступит? Корень этой зловещей картины. Мисс Фубуки! Вы в порядке? Да. Кажется, я только что задержал очень важного подозреваемого в этом деле. Ого! Невероятно, мисс Фубуки! Что это, черт возьми, было? Нужно заставить ее говорить, несмотря ни на что.
Адская метель. Группировка «Метель»? Эй, охрана, в чем дело? Тут спонсоры в разгаре посещения. Ну, видите ли. Кто эти парни? Визит окончен. Все, покиньте помещение. Немедленно. Этим утром Псайкос была добавлена штабом в официальный список заключенных. Этой информацией владеют все профессиональные герои. Как только моя сестра узнает, вы можете быть уверены. Она придет ее добить. Я понял, кто стоит за разрушением моего дома. Ужасающая торнадо! Почему она жива? Потеряйся, лузер! Скорее, скройтесь в убежище! Мы сдержим сестру! Мы тоже будем сражаться с ней! Что ты пытаешься сделать, Фубуки? Хочешь защитить этого монстра? Тебе промыли мозги или что? Цукиёми. То общество, заключившее меня, использовавшее как морскую свинку, охотится за Псайкос. Может, она и монстр, но черта с два я позволю этим ублюдкам ее забрать. Я собираюсь немного поиграть, и мне нужна твоя помощь. Ты планируешь защитить Псайкос? У тебя ужасные манеры, сестренка. На то есть причины. Удар телекинезом. Как удобно. Вы, две сестры, станете бонусным сувениром. Ха, вижу, в создании искусственных эсперов появился крошечный прогресс. Он силен. Стоп. Я пришел сюда сказать пару ласковых слов тому, кто разрушил мой дом. Но теперь вижу, что у тебя нет ни капли совести. Ты рушишь вообще все подряд, что попадается на твоем пути. Мне повезло, что ты пришел со мной. Я знаю, что ты очень силен. Прикидываешься дурачком. Но я думаю, это ты победил Гарроу. Не, я правда ничего не помню. Я тоже с ним сражалась. Так что я знаю. Он был тем, кто достиг пика и вознесся на вершину. Одолев его, ты, вероятно, тоже стал тем, кто вознесся. Как тот, кто потерпел неудачу в этом. Я могу ощутить разницу между нами. Ой. Сайтама! О, сперва отрубилось питание, а теперь еще еда с неба падает. Похоже, сверху серьезный кипиш. Этаж изоляции монстров демонического уровня. Можем немножко перекусить, прежде чем вырвемся и убьем тут всех. Это еще что за хрень? Они держат ручных монстров прямо под штабом ассоциации? В таком случае ничего страшного, если я заведу собаку или две у себя дома. Поставь лайк этому видео и подпишись на канал. Yeah.